Контрабандную партию наркотиков изъяли пограничники на украинско-польской границе. Через пункт пропуска «Рава-Русская» четверо граждан Молдовы пытались перевезти почти 60 килограммов гашиша, спрессованного в брикеты. Это 143 пачки. Наркотики переправляли из Польши в Украину в кузове автомобиля. Контрабанду пограничники обнаружили во время дополнительного осмотра. Машину изъяли, а нелегальный груз конфисковали. Евакуатор «Мерседес», який перевозив авто такої ж марки «Мерседес» після ДТП. Під час огляду прикордонники виявили поліетиленові пакети з пресованою речовиною коричневого кольору. Наркотична речовина була захована в конструктивних порожнинах автомобіля, а саме в крилах, в порогах, підкрильниках, а також в сидіннях авто.